Друзья, всем привет! Сегодня рыбачим на Кременчугском водохранилище. Все та же Светловодская дамба, там виднеется вдалеке город Светловодск. Сегодня у нас в теме дня рыбалка на мирную рыбу. Хотелось бы, конечно, попасть, чтобы за корм стал крупный карась. Также здесь сейчас в это время может влетать и крупная плотва. То есть плотва, карась, мирная рыба, желательно крупного размера. Рыбачить я сегодня буду на зимнюю удочку. Давайте закармливаться и садиться ловить рыбу. А кормиться мы сегодня будем, замешиваться будем в вот таком вот ведерке. Взял с собой побольше ведро от Brain. Fish Dream Universal премиум серия сладкая кукуруза. И просто бомбовая прикормка, тот же Fish Dream, но именно направление карась халва. Бомба. Ну и конечно же, куда же без криля. Мука Antarctic криль. Небольшая доза, концентрированная штука. Вот это где-то уже, наверное, шестая рыбалка у меня, полкилограммовый пакет. Сейчас по сухому немножко переводяживаем и можно увлажняться. Ну, прикормка уже то, что надо. Воду в себя взяла. Ребят, сегодня я стал на глубине 5,5 метров. Вы же понимаете, если налепить шаров и просто спускать их, кидать в воду, то точечно я не накормлю. У них будет какой-то разброс конусный. Ничего лучше я не придумал, как взять две 100-граммовых кормушки, связать их вместе, забивать их и просто на дне уже вытрушивать. Ну, вот так вот примерно моя кормушка сегодня будет выглядеть. Вот как-то так. Пробуем. Ну, прям по весу чувствую, что прикормка вышла. С кормушек, может, не полностью, но я же там налепил нормально. Смотрим. Полностью, это шикарно. Итак, удочку я оснастил. Значит, стоит у меня здесь леска 0.14 от Shimano Aspire Silk Shock. Такой вот летний боковой кивочек я сюда примастерил. В принципе, у нас лето, не зима. Леска такая более к летней, мормышка именно летняя, а мормышка на крючке от Decoy, вольфрам 1 грамм. Так, по наживке у нас будет такой вот замечательный опарыш. Есть у меня еще с собой красный червь, не знаю, как, в каком он состоянии, но в принципе можно будет на него попробовать половить. Упористый кто-то попался. Да, карась. Ребятушки, есть. В дно как бы бахнул. Так, ты мне не продырявь дно, пожалуйста. Потому что мне его только отремонтировали. Ура! Пацаки, есть! Ух ты, блин! Хорошо, что не успел снять с мормышки. А я слышу, кто-то такой прям, ну, очень упористый. Ну, нормально. То, что упустил, это неплохо. Еще раз покайфую. Ну что, ребят, вот когда контакт, я же говорю, прямой со снастью, это очень круто в руку. Поклевки и вываживание такой рыбы. Ах, красавчик, вот он. Ребятушки, вот он. Полезай в садок. О, да, друзья, вот именно за этой рыбой я сегодня сюда и ехал. Сейчас вопрос в другом, чтобы эта рыба носила сегодня массовый характер, чтобы зашла на закормку косяком. И тогда вообще просто разрыв бы был, как и на одной из прошлых рыбалок здесь, в этой местности. Я там за 2 часа, блин, ну реально, ведро рыбы поймал просто налегке. Ладно, не теряем время, продолжаем рыбалку. Жара такая. Вот я заметил, на жаре опарик очень быстро куклится. Постоянно вот черных выбрасываю. То есть час проходит, там уже этих черных добавляется порядком так. Так, похоже он. Блин, в кодолу повел. Да, ребят, это хорошая рыба. Не знаю кто, но вообще зачетная. Я думаю, все-таки это крупный карась. Потому что, ну, только что, да, хорош, Василяка. Потому что только что вот плотва
понимаете, прям мигом где-то испарилась. Так, тихонько, только бы не слить. Ну, покрупнее, чем предыдущий, вы знаете. Есть. Красавчик. Но все-таки потихоньку, видите, подходит. Подходит на закорм. Потому что прикормка правильная. Вот мне кажется, халва от Fishdream отрабатывает, но четко. Я не знаю, у пацанов еще ни одного карася нет. Ярик, у тебя же тоже карася нету еще. Ну, видишь, у меня два. Потому что надо правильно кормиться, ребята, и все будет хорошо. Хорош такой размерчик. И вы знаете, вот я сидел, плотва вот просто опускаешь, иногда даже мормышка не падает. Просто не опускается, ты подсекаешь, она уже там сидит. А это я просидел, наверное, минуты полторы, вообще ни одной поклевки. Я уже было подумал, думаю, может, знаешь, судак там не крупный, зашел под лодку, там, ну, толпа плотвы, и погонял ее нормально, побил и всех разогнал. А нет. А может, так и было, я не знаю, но карась как бы не из пугливых. А может, и карась потихоньку заходит, поэтому плотва отходит. Одного, пожалуй, поднаживим. И хорош. 5 опальников достаточно. Что-то клев вообще прекратился. Буду я докармливаться. Принял такое решение. Чтобы более точно докормиться, надо соблюдать форму шара как можно правильнее. Поэтому сейчас выкатываю вот такие вот шары. Небольшие, лучше их будет много, чтобы как-то они как раз под лодкой и разложились, упали. Ох, хорош подъемчик. Ребят, да, это он. Ну, даже по поклевке было видно, что это подъем хороший. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это упор. Ну, этого дядю ни с кем не спутаешь. Так и есть, хорош кабанчик. Смотри, только опарыша сменил на червя, как бы плотва клюнула. Но опарыша хороший карасик. Смотри, что делает, пируэты какие выписывает. Красавчик. Сейчас, может, пускай в воздушках хапанет. Вот так вот. И посмирнее стать. Да не, не там-то было. Так, тихо, тихо, тихо. Надо было голову от подсаки взять. Новенькую, что я покупал. Было бы удобно просто без ручки головой принимать. Ну, такой, грамм 350 карась. Плюс-минус все три карася одинаковые. Так. Что с опарышем? Годится. Вот так вот просто, пока выкатываю шары, удочка стояла. Удобненько поставил себе. Считай, бортовая, та же бортовая удочка. Видели подъемчик? Тык-тык. Вообще хорошо. Ну да, там реально с поклевки было уже понятно, что там за рыба. Зацените, ребят, на дело. Ну, бойлы бойлами. Ну, в диаметре там где-то 30 миллиметров. Плюс-минус. Сейчас будем кормиться. Иди сюда. Ребят, это карасик. Это карась. Его, блин, даже с крупной плотвой не спутаешь. Красавчик. У-у-у, старт сразу. Ну, это более так выходит к лодке. Да нет, блин. Он так плавно выходит, выходит, потом стартует. Хорошо, есть. Красавец. Плюс один. Так, что у нас тут? 5 опариков, ладно, хорош. Я уже было, думаю, соберу еще одну удочку, поставлю. Типа, чтобы было две удочки, просто как бортовые, зимние бортовые удочки. Чтобы в руках вообще не держать, поставил себе. И сиди, загорай, отдыхай. Иди сюда. Да, карась. Такой плавный-плавный подъемчик. И что характер... Ой, хорош. Слушай, ну этот самый крупный за сегодня. Хотя идет, знаете, я бы не сказал, что прям по самому мощному.
Что характерно, вот для карася, знаете, когда поклевка карася, то плотва перед этим, ну, не клюет минут 5, так точно, точно. Тихо. Вот так вот, красавчик. Да не, вы знаете, показалось, такой же самый. Ну, в принципе, как для лета, это нормальный крупный карась. Такой 300-350 грамм. Хорош такой. Хорош подъемчик, да. Ребят, ну похоже карась зашел под лодку. Ну вот это самый яркий за сегодня, 100 пудов. Ты что так давит? Так, под лодку пошел, там хоть бы садок не зацепил. Надо давать ему погулять, потому что ну это реальный кабан. Так, а ну покажись. Ой, хорош, ну да, такой грамм 600 как минимум. Да, зашел карасик, красава. Бля, какой лапает вообще просто. Ты шо? Ну да, я с весны таких карасей. Не, в принципе, летом ловил уже таких карасей. Ну, я же говорю, не часто такие лапки влетают. Вообще красавец. Гля, имеется. Просто красавыло. Так, сейчас мы его снимем. Красавчик. Просто. Гля какой. На руке. На базе. Это уже интереснее становится. Не теряем времени. Быренько перенаживляемся. И погнали. Ребят, два карася к ряду. Два карася к ряду. Это уже о многом говорит. Поэтому надо ловить. Карасевая поклевка. Такой красивый подъемчик. Прям так тык-тык-тык. Потихонечку. Да, ребята, ну. Все, рыбалочка наша. Я переживал, что карась может не подойти, потому что, ну, сами понимаете, он уже оттерся. С прибрежных зон выходит. О, вот это да. Блин, всего меня обляпал. Как там камеру заляпал? Чини. Фу, сейчас точно все заляпал. Фу. Капец. Ты шо, васляка такой? Имеется. Гля, какой красавец. Ну, это полкило плюс, 100%. Вот это аппараты клюют. Так, дай мормышку. Годится. Фух, лайкосик, ребят, за таких карасиков. Блин, жара спускается, просто жесть. Что у нас тут? 9:22 по времени. Фух, а уже жара давит. Добро, что со мной всегда сумка, холодильник от Аквамании всегда выручает. Смотрите, только достал, запотевшая водичка. Ай, красота. Ах, просто... Просто спасение какое-то. Ну и плюс черви тоже в порядке, кстати. Потому что в холодильнике. Похоже на карася, но поклевка точно была не карасевая. Поклевка такая а-ля плотва. Ну да, это карась, ребят. Ух ты, глянь, пузыри выпускают. Да еще вроде и неплохой. О-о-о, просто бомба. Грамм 700, друзья, карась. Это вообще жесть. Таких еще сегодня нет. Вот это васля. Тихо. А, хорош, смотри какой. Ну, грамм 600 точно, стабильно. И закушал мормышку вообще. Годится. Лапать какой. Пойдет. Ребят, честно, я даже не ожидал, что именно такого размера сегодня будут караси влетать. Думал, ну, знаешь, заладошечники такие, 300 грамм, ну, стандартик это для лета. Ну, такие кабаны, очень круто.
Иди сюда. Хорош подъемчик. Слушай, хоть бы не оторвал. Караси такие клюют, что просто жесть. Не один за одним, да, там минуток 10 перерыва было, но этот лапоть вообще должен быть зачетный. Да ну да, такой же, наверное. Полкило плюс. Смотри, какой красавец. Дельфин. Сейчас немножко его повыгуливать надо. Воздуха ему запустить туда. Есть, хорош. Бомбезный сегодня карась клюет, ребят. С утра плотва, конечно, налетела немного. Ну, карась, как я и говорил, зашел карась на корм, погонял плотву. В принципе, то, что нам и надо. Карась боец еще тот. Фу. Наш клиент. Только что штуки, наверное, 3-4 плотвы улетело. И карасик. Кстати, вторую удочку поставил. Было такое, что я минут 15 сидел вообще без поклевок. Ой, хорош. Ты видишь, карась сегодня вообще зачетный. С утра такое там поклевал. Стандартики заладошечные. Ну, а потом все, пошел хороший карась прям. Тихо. Это не, вторую удочку сейчас надо убирать, и все, и больше ее не ставить. Ай, красавец. Есть. Этого сюда. Эту удочку сразу смотаю. Хорош. Слушай, оставалась прикормка. Решил выкидать прикормку. Блин, сейчас оторвет. Кто там такой? Вот это да! Ребят, я не знаю, кто там, но это 100% трофей этого дня. Там просто нереальный какой-то должен быть монстр. Ну, стартанул так, что ну реально я подумал, что вот у меня 0,14 леска что-то рвет. Ну, скажем так, карась хороший, крупный, но, наверное, даже не самый крупный за сегодня. Просто дико бойкий. Глянь, боец. Леска так и репит между пальцами. Не, ну все равно лапоть нормальный. Смотри, как гуляет. Дельфин. Чуть-чуть. Ну все. Есть. Хорош. Зачетный карась. Телефон ушел. Вот так вот, ребята, топятся айфоны на рыбалке. Так. Короче, друзья. Рыбы дофига, рыба хорошая. Не знаю, надо что-то с телефоном решать. Почти 6 метров глубина. Но это надо водолазов только подключать. Просто жесть. Фух. Это же типа процедура, надо, ну, типа продышаться, наверное. Ну что, друзьяки, операция по спасению моего айфончика. iPhone 11. Ух ты, блин, так красиво ушел у меня сегодня. Ну, я думаю, на камеру там было видно, я вроде записал. И такой хлоп, и потихонечку хук. Вызвонили водолаза, ну, человека, который, я не знаю, как правильно называют, который занимается подводной охотой, без баллонов, по-спортивному.
Будем пробовать спасать. Обману людей, что я хоть что-то буду. Ну, доскутан. Ты красава. Вообще, да? Простенько, да, Серый? Смотри. С первого заброса. Айфоны на каждом забросе. Красиво. А как он работает? Прикинь, он работает. Они работают? 13.28 показывает. Смотри, и начинает по интернету все приходить. Прикинь, ребят, 11 iPhone, глубина почти 6 метров, 5.70. Работает. Так, его надо выключить, я думаю. Ну, так. Да, ну тут, конечно, классно. Друзья, ну вот это я вам скажу. Просто для меня это суперское завершение этого дня. Ну видно, прокачивай такие. Фух, ребятушки, отлегло.